И 6 ноября. Город Ульяновск, улица Минаева, 6, театр-студия «Анфант Трибль». 10-й Всероссийский театральный фестиваль «Александровский сад»? Нет, не закрывается. По традиции, сегодня открытие 11-го фестиваля. Назовите численность населения Подольска, желательно с точностью хотя бы до десятков тысяч. Расскажи нам, что ты видишь по дороге из дома до работы. Спектакль «Человек из Подольска» был для меня настоящим открытием и потрясением, и тем, с чем я буду находиться во внутреннем диалоге. Спасибо. На этом фестивале у нас присутствовал замечательный драматург Дмитрий Данилов, по пьесе которого «Человек из Подольска» мы поставили одноименный спектакль. И не без некоторого хвастовства можно заметить, что наша постановка, наше понимание материала ему пришлись по душе, ему понравились. Приятнее всего, что нам удалось с ним пообщаться. И вот по своему прилету в Москву Дмитрий Данилов сразу же прислал нам свою новую пьесу. Удивительное как бы созвучие вот того, как я это вижу. Очень точные попадания актеров в персонажа. Вот тут персонажи, они вот именно такие, как я их сам понимаю. Нынешний фестиваль стал таким своеобразным, ну, поэтическим облаком, потому что в его программе оказались в основном спектакли по поэзии или, по крайней мере, даже то, что было поставлено по прозаическим текстам, носило характер такого возвышенного поэтического театра. И это очень приятно. Фестиваль включил в себя таких авторов, как Сергей Есенин, Борис Пастернак, Анна Ахматова. Это было весьма и весьма отрадно. Борис Владимирович когда-то мечтал о фестивале моноспектаклей. И вот этот фестиваль получился практически фестиваль моноспектаклей. Я думаю, это будет очень любопытно и интересно. Борису Владимировичу бы понравилось. Навстречу мне идет кот. Нет, не кот, а само чудо с небес спустившись. И сердце мое кошачье крохотное ёкнуло, упало, разбилось. Вот, вот он, как во сне пришел. Я шепотом рассказала ему о том, что его хотят отравить, а он не поверил ни одному моему слову. Он сказал, что мне нельзя мешать транквилизатор с алкоголем, от этого развивается паранойя. Зачем кому-то было вкладывать в уста тому несчастному барону пророчество о надвигающейся громаде и сильной бури? А моему Андрею рассуждения, как дети его будут, свободны от квасу и гуси капусты. О да, Андрюша. Ты голода в 21-м не застал. А с каким удовольствием я бы посмотрела, нравится ли тебе такая диета. Впервые за историю нашего фестиваля мы привлекли к участию в фестивале, к работе в его программы театрального критика. И ведущим экспертом нашего фестиваля стал замечательный человек, театральный критик Вера Сердешина. Как показали обсуждение, которое мы устраивали практически после каждого спектакля, мы не ошиблись, и наше сотрудничество, я надеюсь, будет и продолжено, и оно плодотворно, и театры, все коллективы могли услышать именно экспертное мнение о своих спектаклях, экспертную точку зрения.
И я думаю, это нам всем помогает очень в нашем труде. Я хочу поблагодарить этот театр и этот фестиваль, на котором я была впервые. Но я уже вижу, что здесь и замечательные традиции, и замечательный сад. Тут очень много самостоятельных работ, частных театров. А когда люди в студии, да, а когда люди делают самостоятельно, это всегда идет от сердца и от необходимости что-то показать на сцене. Вот эта необходимость никогда не вынужденность, а всегда настоящее творчество. Это такой азарт, это счастье, это радость. И мне очень нравится, что дети так относятся. Они говорят, мы сюда идем как домой. Вот нигде такого нет, как на фестивале «Александровский сад». Поэтому очень здорово, что мы здесь, что мы 10-й год вместе. Спасибо, «Enfant terrible». Старые друзья, они удивили нас тем, что они как бы не повторяются, что все равно в их творчестве находятся все новые и новые оттенки. Новые краски, вот реакции на происходящее вокруг. На Инге лет 7, живу в больнице, потому что у меня рак. Вижу я тебе в первый раз. Ну, потому что раньше просто не знала о твоем существовании. Мы приезжаем уже в 5-й раз. Это такой трепет, такое волнение, такие бабочки, когда приезжаешь к любимым и родным людям. И это радость встречи и обмен энергиями. И очень хочется поделиться и отдать то тепло, которое мы получаем здесь. Это для меня праздник, это для ребят праздник. Они ждут этого. Очень важно иметь такое место в жизни, где тебе хорошо. Берите все. Мое больное сердце! Мои горькие слезы, мою любовь к театру, но не к вашему пошлому, долбанному театру, а к театру, мой красивый, огромный мир заберите! Вы так ничего обо мне не поняли! Новые коллективы порадовали нас тем, что, опять же повторюсь, мы не ошиблись в выборе, в твоем приглашении, и... Это по-настоящему прекрасные коллективы, близкие нам по духу, люди бесконечно преданы театру и ну, самоотвержены на этой ниве трудящейся. Возвратить меня миру! Да! Этому глупому, слепому, беспечному миру, который так и дорожил вами! Положим! Подобные люди, именно такого рода коллективы, с такими целями, с такими стремлениями, делают театр живым вместе со зрителями, налаживается таким образом общение сердец. Первое, что хочу сказать, вообще спасибо за то, что я здесь. Атмосфера. Это первое, что вот вошел, театральная атмосфера. Все чувствуется, что это все сделано своими руками. Потому что здесь стены дышат. Благодарность огромная за гостеприимство, за такое. И какой зал благодарен. Неужто только ради красоты живет за поколением поколение? И лишь она не поддается плену. И лишь она бессмысленно играет. А накануне Борисоглебский драматический театр имени Чернышевского показал моноспектакль Валерия Медведева по прозе Чехова «Венец мироздания». Позвольте вас по морде. Для меня Чехов – это не шоу какого-то. Я Чехова чуть-чуть по-другому чувствую, вижу, поэтому он у меня скорее все-таки к своей первой профессии, к врачебной, вот своим творчеством. Он же не сентиментальничал ни с зрителем, ни со своими персонажами, еще там с кем-то. Он же достаточно был жесткий человек вот, по отношению к своему творчеству и к персонажам. Это Чехов без сентиментов, я бы так сказал. Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик,
славишься себе столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой. Вдрызг разругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар ругатни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Моноспектакль прекрасного артиста. Что я могу сказать? Я увидела метаморфозы, практически метаморфозы Овидия. Артист, который увлек нас, который работал с аудиторией адресно и который открыл Чехова в новом свете. Да перед Павлом Николаевичем все ниц падают. А тебе что, он что? Другой предмет это что, все равно? Так я тебя понимаю? Так что ж, выходит тогда, что ты социалист? Погоди! Я тебя спрашиваю. Ты социалист? Спектакль, как мне кажется, прозвучал очень даже интересно, и даже как-то по-новому у нас сложилось такое впечатление, что мы даже сделали новый спектакль вот здесь, сейчас. И я думаю, это благодаря тому, что мы находимся в этих уютных стенах, такой театр-дом и такой фестиваль-дом, очень тепло, уютно и хочется творить. Сегодня свой спектакль «Есенин. Мой путь» показал литературный театр Олега Попова из Санкт-Петербурга. «Есенин» — это первая история, которую я решил сделать в литературном театре Олега Попова, когда стал заниматься моноспектаклями. А почему Есенин? Потому что он как-то с детства мне был близок, понятен в смысле русского языка, литературы, в смысле стихов, в смысле мелодики стиха. Злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я московский, озорной гуляка по всему Тверскому околотку. В переулках каждая собака знает мою легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для зверей приятель я хороший. Каждый стих мой душу зверя лечит. Я хочу видеть этого человека! Напомним, чуть раньше Олег Попов представил на суд зрителей спектакль по поэзии Пастернака. Он один из немногих поэтов российских, советских, кто соединил в себе вот это чувство музыки, звука, цвета, краски, ритма. Не спи, не спи, работай! Не прерывай труда! Не спи, пари с дремотой! Как летчик, как звезда! Не спи, художник! Не предавайся сну! Ты вечности заложник! У времени в плену! Ты вечности заложник! У времени в плену! Олег Попов показал нам два моноспектакля по поэзии. Пастернак и Есенин. В изображении Олега Попова, на мой взгляд, прекрасно показывает самого Олега Попова как артиста, как человека неравнодушного и как человека, которому очень нужно выразить себя. Народу нравится. Народу действительно нравится. А для меня такой театр литературоцентричный, эксцентричный, громкий. Возможно, он просто не совсем мой. Тем не менее, спасибо. Никакие массы тебя любить не будут. Пожрут они тебя. Черный человек. Черный. Черный. Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. В театре встречаются люди прямо на пороге. Мы обнимаемся, целуемся. Такое ощущение, что целый год ждали этой встречи, и вот она наконец состоялась. Правда, как с родными людьми. Вам огромное спасибо за то, что вы это делаете. Я бесконечно благодарен всем, кто приложил душу, сердце и руки к организации и проведению этого фестиваля. Потому что, и прежде всего, я говорю вот ребятам из «Enfant Terrible», это невероятные люди совершенно, которые, ну, полностью были погружены в атмосферу и в работу фестиваля. Большой достаточно круг людей, я считаю, был вовлечен в вот этот творческий процесс. И наш театр, и я лично, мы очень благодарны всем, кто участвовал здесь. И властные органы, они тоже вовлекаются в этот творческий процесс.
в настоящем. Это и Министерство культуры, не говоря уж об управлении культуры нашему городскому. В общем, фестиваль, я так полагаю, главный итог фестиваля, что он все больше и больше приобретает народный характер, причем в большом смысле этого слова. Фестиваль открыт. Идите в театр. Любите театр.